Так, маководы.ру и небольшая новость в мире маководов. Вышло обновление э, операционной системы OS 10101. Я его ждал, потому что есть некоторые баги. Например, вот этот iTunes, который хрен обновишь. Надеюсь, теперь он после этого пойдет как по маслу. И так будем обновляться. И требует перезагрузки. Не влезло в окно. Так что перезагрузим, пожалуй, а видео сейчас отключу и потом запишу, что изменилось. Вот что обещают. Повышает надежность Wi-Fi. В принципе, один раз за все время он у меня отвалился. Повышает надежность. Никогда не пользовался. Повышает надежность. Но это тоже неплохо. Повышает надежность. Никогда этим не пользовался. Но надеюсь, что-то они еще исправили, кроме вот этого вот всего. До новых встреч.